Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй. Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Телефон молчит. Вот елки, забыла отдать открытку. Папа? Папочка! Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Что это было? Папа? Папа! Папа!
Да что происходит? Его телефон. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Где он? Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они и больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда. Скорей. Джейми! Это же... Джейми, подожди! Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей! Господи, ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза, брат. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. В округ Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали Томми. Прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешним. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если б ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся. О, Господи. Томми! Томми! Твою мать! Охренеть!
Ника, ты видел? Да, я видел. Охренеть. Это сворачивай давай. Нет, 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 нет. Ну, ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. А! Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Кстати, тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Папа? Эй, пап! А? Назад, детка, отойди. Я в порядке. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою-то мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Ладно. Это мне страшно. Закрой глаза, Сара. Пришли. Почти пришли, малыш. Они прорвались! Иди вперед! Найди выход! Пошли! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! За него не бойся. Почти пришли. Они приближаются. Папа? Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара?
Убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на 2 каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Не с утра принесли повестку.
отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Руки за голову, мразь! Быстро! Ну, сканируй! Чит. А здесь живой? Нет. Я не заразна. Придержите ее. Ошибка. Быстро. Нет. Смотри прямо. Ладно. Держим. Твою ж мать! Заткнитесь! Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в зараженном здании. Вызывайте санитарную команду. Здесь закончили. Нужны два мешка и еще два для ящика. Так, тут вам не цирк. Идите, куда шли. Есть, да. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Где Марк? Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, марш! Закрываем! Тебе легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет. Как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно.
Да будет свет. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Готов? Да, мэм. Руку. Давай. Готово. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Есть. Супер, тащи. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Туда. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Тише. Да черт! Смотри, смотри! Помогите! Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Пошли.
впереди. Слышишь? Ш-ш-ш. Что будешь делать? Возвращаемся в город. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. За что я люблю природу? Потому что город воняет. Ну так закажи биоосвежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Сюда. Ладно. Упала. Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Бери патроны. Пригодятся. Ну, малыш,
Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Эйтес, Эйтес! Эй, красотка, как делишки? Говорят, не есть товарчик. Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот, вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Ронал, купи. Тесс, давно не видел. Ты куда попёрся? Малик, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Всего на фабрике сховал. Эй, полегче. Да-да. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Да. Я тебя убью! Нахрен! Я прикрою. Займись ими. У меня по плечи! Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Черт, тут не пройдем. А, ну-ка. Снова люди Роберта. Да, я их вижу. Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу.
Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке, бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. А, говорят, во всем городе так. За них круто взялись. Спокойно, мужик, спокойно! Слышь, чувак, просто будь умницей, а? Давай осмотримся. На южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? Кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Эй, не надо, ты это брось! Неплохо. Нет, ты!
кто здесь? Попался ко мне! Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Давайте по-тихому. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, где торговать. Жаль, захочешь, наймешь ли охранника, куда деваться. Чертов Роберт! Надеюсь, он хоть держит слово. Ну, держит, и что? Говорю тебе, это из зоны крышка. Нужно выбираться отсюда. Спятил. Идти за стену самоубийства. Турбандиты ходят, ничего. Что тут будет, когда припасы кончатся? Я лучше здесь останусь. Может, по-хорошему договоримся? Ну что там? Не, ничего. Питбол! Держи его! Нет! В яблочко! Так и надо. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Ну, бля! Назад! А ну назад! Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Нахер пошли. Удирает. Роберт. Джоэл, сюда. Давай.
Роберт. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро! Хочешь сделку? Пошли. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось.
Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Нужно добраться до двери. Сегодня их много. Все сдать. Хорошо. Убьешь меня, тебе конец. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Находятся на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти!
уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт, что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, я на это не подписываюсь. Ты что? Я за ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ого, я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Внимание. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи, я просто иду за тобой. Немедленно докладывайся о подозрительных лицах. Сюда. Поживей. Ладно. Внимание! Оба непреступников караются смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Товар вы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму. И она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер.
Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на Безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется.